Итак, чтобы почистить распознанный файл на основе отсканированной книги в формате PDF, нужно проделать несколько операций. Это можно сделать по-разному, но я покажу, как бы я это сделал. Итак, у нас есть текст транслитерации, сноски, текст на Деванагаре, сноски, сам текст сносок. Итак, вордовский файл. Вот как он выглядит. Здесь неправильно присвоен жирное начертание. Разумеется, не распознано Деванагари, но проще заново его набрать, чем в другой программе, которая распознает Деванагари и все равно допускает ошибки, скопировать его сюда. И у нас есть сноски. Здесь тоже сформатируем все не в порядке. Проще все это выделить, скопировать в текстовый редактор. Я пользуюсь текстовым редактором M-Editor. И отсюда уже работать. Здесь теряется все форматирование, но это далеко не проблема. Сделать надстрочными 1, 2, 3 это быстрее, чем потом выискивать какой-то мусор, который все равно в Word'е останется. Это неизбежно. Итак, забираю обратно из M-Editor, из текстового редактора в новый файл, не в тот же, а в новый файл Word'а. И уже здесь делаю чистку. Итак, удаляю грязь, которая, значит, деванагарская. Здесь надстрочные. Проверяю, буковки все ли на месте, нет ли лишних. У меня есть такая заготовочка из всех вариантов букв, которые встречаются. И отсюда мне проще копировать, чем доустанавливать дополнительные раскладки и прочее. Мне проще выделить и копипастнуть. Значит, можно его сюда поставить. И, собственно, вот такая штука вверх. Здесь то, что надо выделить курсивом, выделяем курсивом. Потом, когда дело дойдет до Деванагари, что мы делаем? Значит, ну, текст есть неправильный. Набрал на скорую руку. У меня есть конвертеры. Я могу из Деванагари транслитерацию, из транслитерацию в Деванагари во все возможные направления. Итак, trans2dev. И вот я этот текст копирую сюда. И, собственно, и весь процесс. Убрать мусор, восстановить форматирование и все на два раза проверить. Все 19 фраз из учебника Кнауэра. Будем углублять свои познания в грамматике. Это очень строгий метод. Но ничего поделать, и просто для кого-то мелковат текст Деванагари, поэтому я решил обратиться к вам, чтобы мы его перенабрали, чтобы кегль был крупный, чтобы никто не мучил свои глаза, они нам еще пригодятся. Спасибо, до свидания.